В Северном Казахстане водитель-лишенник снова сел за руль иномарки в нетрезвом виде. 24-летнего жителя Жамбылского района полицейские задержали на трассе Мамлютка-Кустанай между селами Воскресеновка и Афонькино. Пройти медосвидетельствование сельчанин отказался. Для проверки факта опьянения взяли забор крови. Полицейские также установили, что всего 5 месяцев назад молодой человек уже привлекался к ответственности за управление в нетрезвом виде. Тогда водительских прав его лишили на 7 лет. Теперь парню грозит наказание от крупного штрафа до 5 лет лишения свободы.